Приветствую вас на Готике 3. Мы продолжаем загрузить быстрое сохранение. Давайте посмотрим, где у нас 23D. А вот это вот у меня. Да, оно то же самое. Быстрое сохранение. Итак, давайте продолжаем мы играть Готика 3. Блин, даже не знаю, как нам поступить-то. Ну ладно, поможем по станциям, и мы потом и убьем его, потому что нам надо оркам тоже помогать. Как выучить заклинание Белиара и тому подобное, я, конечно, еще не узнал. Ну, догадываюсь примерно как. Для начала давайте, надо оркам это, чтобы это доверие орков, по-моему, или что. Здесь, чтобы сразиться на арене? Да. Что я могу выиграть на арене? Чемпион арены получает меч. Проигравший не получает ничего. Я хочу драться на арене. Хорошо. Для начала я дам тебе соперника послабее. Сойдет. Если ты сможешь одолеть его, тогда мы поговорим еще раз. Что мне? Иди на арену и дерись. Если ты покинешь ее, ты проиграл. Ну тогда покажи, что ты умеешь. Повезло тебе. Надо это обсудить. Что надо обсудить-то? Да, давай мне. У этих падл надо все забирать сразу. Стоит. Стой! Стой! Ага. Ты меня не пускаешь. Наемники орков, бля. Вот всех вас порубить. Мой противник был слаб, так что не задавайся. Если хочешь, я дам тебе хорошего соперника. Конечно, хочу, давай. Дай мне соперника. Ты хочешь драться? Ты можешь драться. Ты выступишь против моего лучшего бойца. Сойдет. Иди на арену. Иди сюда, парень. Ты проиграл. Бой окончен. Я. Иди. Давай, последний бой, повторяю. Иди сюда, паренек. Ни хрена ты, блин. Ладно. Я могу сказать тебе об этом раньше. Так, связки оружия где-то здесь должны быть, да, я так понимаю? Или нет? Ладно. Не верю ни одному твоему слову. Так. Ох, какая-то пещерка. Ну давай, давай, давай. Мастером я стану, я это точно знаю. Давай, что там, Пикачу, я выбираю тебя. Блин,
По таким лозунгам я должен драться здесь. Ну давай. Я выиграл. Да. Ты хорошо сражался. Больше никто не хочет выступать против тебя. Ты чемпион. И это только начало. Я получу приз. Да, этот меч. Носи его с гордостью. Это хороший клинок. Да. Раз я чемпион, меня пропустили. И уже совершенно другое обращение ко мне. Так, ну я пока не нашел связки оружий. Ладно. Стой, стой! Ты можешь войти. А я могу войти. Неинтересно. Эй, ты чего хочешь? О нет, только не надо, пожалуй. Ах, так ты не орк? Как ты сюда пробрался? Просто зашел. Кто ты? Мое имя Венцел. Я паладин. Родом из Монтеры. Сражался там против орков. Что произошло в Монтере? Однажды утром, перед восходом солнца, город окружили орки. Это был конец. Почти половина наших людей нашла смерть. Остальные стали рабами. Где находится эта Монтера? На севере. Чтобы попасть туда, нужно пересечь горы, отделяющие побережье от внутренней части страны. Я спас твой кубок. Хорошая работа. Я горжусь тобой. Кубок должен быть у магов огня. Это огненный кубок. Очень редкий и безумно ценный. Ну, это мы знаем. Больше я об этой штуке, к сожалению, ничего не знаю. Так никто не знает. Почему тогда ты пленный, а не раб? Один из охотников за рабами притащил меня сюда и продал оркам. С тех пор орки приходят сюда каждый день и допрашивают меня. Они требуют от меня выдать место расположения повстанческого лагеря Редака. Что ты знаешь о Редаке? Редак. На побережье это единственное пристанище для нас, повстанцев. Я скорее умру, чем назову кому-то место, где прячутся мои братья. Кроме как в Редаке, где-нибудь еще есть повстанцы? Они повсюду. Во всех уголках страны есть группы, которые противостоят оркам. Они скрываются в лесу, в пещерах или скалах. Орки никогда не смогут найти их всех. Мы успокоимся только тогда, когда а есть еще друиды какие-то. Снова станет свободным. Давай освободим город. Многие хотели сделать это со мной. И ты первый, кто достоин это сделать. Но нас с тобой всего двое. Будет чертовски трудно. Подумай хорошенько. Хорошо. Блин. Я могу сказать тебе об этом раньше. Так, у меня уже две связки оружий. Будь осторожней с тем, что говоришь. А где у меня? Некоторые проблемы не решаются сами собой. Все возможно.
Так, две связки оружий. Нужна еще связка оружий. О, шкура. Это для прохождения миссии. Ладно, давай еще раз проверим на всякий случай. Не затерялась ли где? Взгляд ему замутнен. Все понятненько. Опа. Да опа. Ему-то это лучше знать. Правда думаешь? Пойдем. Посмотрим внизу. Так, связок оружия. О, волчья шкура. Связок оружия я пока не вижу. Ну где-то они должны быть. Давай. Войти, Мора. О, меня пропускают. Так, сохранимся. Мало ли что мы ему ответим или скажем, или обидим еще как. Значит, ты и есть тот Мора, который выслужился перед городом. Мои воины говорят о тебе. Надеюсь, только хорошее. Они уважают тебя. Мне этого достаточно. И что у тебя за задание? Я ищу способ выкурить повстанцев из прибрежной области. Они повсюду, даже в городе. Мне до сих пор не удалось найти их убежище. Рабы называют его Редок. Я же называю его крысиным гнездом. Что ты уже предпринял, чтобы найти Редок? Ага. Мои патрули прочесывают прибрежную область день и ночь. Сидят они на жопе ровно. Я даже взял в плен Палладина и допрашиваю его каждый день. Пока безрезультатно. Он так и не заговорил. К тебе трудно попасть. Мы предводители орков. Не имеем дел с первым попавшимся Мора. Мы должны выполнить важные задания для нашего народа. Поэтому времени на проблемы рабов не остается. Для этого у нас есть наемники. Что с повстанцами в городе? У них есть предводитель, но я еще не выяснил, кто он. У этого негодяя великолепная маскировка. Найди парня и выведи его из игры. Самое... Что ты можешь рассказать мне? Самое прикольное, то, что если несколько городов освободишь, орки потом тебя в любом случае атакуют. Первая атака на Фаринг была уже проиграна. Поэтому только несколько городов можно освободить. Он забрал у Мора их магию рун. Во время нашего второго нападения... Крепость превратилась в бойню. Расскажи мне поподробнее об этом Фаринге.
Фаринг — это высокая крепость в горах у перевала на Нордмар, недалеко от вашей столицы Венгарда. Наши сильнейшие воины разместились там. Для таких, как ты, поездка в Фаринг будет выгодной только в том случае, если ты известный гладиатор. Понятненько. Ладно. Так, связка оружия еще одна должна быть. Ура. Да. Ага, так я не допрыгну. Хорошо, ладно. Тебя я здесь. Что ты тут делаешь? Я городской алхимик. Очень занятой. Ты можешь сделать для меня кое-что. А потом посмотрим, что я могу для тебя сделать. Для этого тебе придется Что ты хочешь? Что для тебя сделать? Я тебя спрашиваю. Что ты хочешь? Падла. Мне нужен мешок с ингредиентами для работы. Достань мне дюжину целебных трав. И... У меня есть травы, которые ты хотел. И они могут мне очень пригодиться. Расскажи мне. К этому ты еще не... К этому ты... Так, а почему... А, варка зелий и превращений. Ладно. Так. Даже не знаю. Давай пока. Что возьмем? Так, посмотрим на карту. Монтера. Перед тем, как освобождать, мне нужны оружие. Связка оружия. И мало ли где я их соберу, это уже... Не играет особой роли. Вот так вот. Береги себя. Покажи. Пока нет. Сперва докажи, что ты этого стоишь. А чё, я не стою, что ли, этого, блин? Даже на 40% тварь такая вонючая. Так, ну-ка давай-ка посмотрим, какой меч у меня сейчас стоит. Вот этот, это 60.
Ладно, потом посмотрим. Сейчас мы выйдем отсюда. А, алхимик. Ну-ка, стой. Где ты? Алхимик! Ты еще не готов к этому. Варка зелья. Я тебе где найду варка зелий? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Получается, мне пока в другой город надо идти. Я пока не буду его освобождать. А я даже знаю, куда мне идти. О-хо-хо-хошеньки-хо-хо. Давай. Вон туда мне надо идти. Вот, блин, кто первый раз играет, я серьезно говорю, для них игра покажется долгой и пиздец какой. Но для знающих и для задротов это своего рода увлечение. Приключение маленькое, небольшое такое. Так, куда мне? Вперед? Нет, давайте на Монтеру повернем. Так. Сейчас мы нахрен здесь все разрулим. Давай. Вот так. Это не сработает. Трусливый гоблин. Да нет же. Да нет же. Да нет же. А, во время боя? Это не сработает. А кто-то на меня еще покусился? О, так точно такой же прием, да? Прекрасно. Давай. Нет. Еще кто-то, да? Ладно.
Репутация у нас нормально, все, да? Ох, хохошеньки, хохо, давай, 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 беги. Как-то, по-моему, здесь тролли должны были обитать. Кстати, начал, блин, это Assassin's Creed Unity, но, блин, видяха не тянет, поэтому видяха не тянет, она с торможением там. То есть у меня и в игре, и сама игра хорошо тянет, все нормально, запись не тянет, поэтому так вот. Блин, хотя игра-то, да, интересная. Ну, для себя я ее пройду. Потом, если когда на карту хватит, приобрету, то покажу. Да, действительно. Стой! Ни шага дальше! Не бойся, я... Слава Иносу! Я уж подумал, что ты один из этих подлых наемников-орков. Ты не боишься, что орки тебя поймают? Орки шумные и неосторожные, когда идут через лес. Я их за 500 метров слышу. Единственное, что меня заботит, это чертовы гоблины. Ты боишься гоблинов больше, чем орков? Боюсь. Я не боюсь. Гоблины прокрадываются по ночам в мой лагерь и растаскивают все мое имущество. Где-то поблизости должно быть целое гнездо этих трусливых гоблинов. Расскажи мне об этой местности. Это дикая глушь. Ни одного города поблизости. Горы на севере отделяют прибрежную область от Срединного королевства. Если ты пойдешь по дороге на запад, то когда-нибудь достигнешь Монтеры. Естественно, если бандиты прежде не перережут тебе горло. Хочешь небольшую сделку? Зависит от того, что у тебя есть. Подлые гоблины уничтожены. Эти ублюдки даже не сняли с тебя шкуру? Дьявол, ты справился. Это будет стоить мне 100 золотых монет. Расскажи мне что-нибудь об охоте. Покажи мне свой товар. Давай посмотрим. Ну, вот этот еще возьму, ладно. Так. Что у меня с луком? У меня лук и так хороший. Он такой и был. Давайте верхушку посмотрим. Вот так. Так. Дерево, ствол, и чё я? Как? Заготовка стрел нет? О, пещерка.
Давай посмотрим, что в тебе. Что-то я там еще кого-то перерезал нахрен. Ладно. Взять все. Со змей мы ничего не берем, потому что с них нечего взять. О, да. Эти грибы многих кого спасали, кстати. Да, закрыть, закрыть. Так. Вот так, взял все. Блин, ни хрена их тут от меня одолело-то. Давай, бери. Так. Это я куда бегу? А, ну вот я здесь и хотел прочесать местность. Невозможно, невозможно. Надо будет все это продать нахрен.
На. Так. Смотрим, что в пещере. Да твою мать, они меня сейчас убьют нахрен. Давай. С пердящим паром, блин. Подожди, у меня же не то было. Вот. Твою мать, там ни хрена не видно. Абракадабра. Короче, даже не знаю, стоит ли сюда идти. Тут уж каждый сам решает, стоит или не стоит. Ладно, так, где мы?
Так, там мы были уже, блин. Надо походить, собирать, сам позаниматься. Так, ладно. А, давить надо. Ладно, хорошо, будем давить. А! Так. Так, хорошо, ладно. Еще одна пещера на пути моем. Ух ты, а в ней все убиты. И все взято. Все взято. Выходим. Взять все. Вот тебе и олень. Так. Смотрим, что у нас. Нифига не здесь. А ведь где-то есть. Так. А ведь где-то есть у нас местность. Прям уникальная. Смотрите, даже на такой вот херне и тут сундук стоит. Давай. Обомнись. Так, это я куда иду? Как бы я ни крутил, все равно туда дойду.
Подожди, я сохранюсь. Твою мать. Олень ускакал. Ладно. Я не злопамятный и не злой. Так. Я что думаю, я оружие тому дам? Оружие. А потом его же и убью. Получается, и там вроде как миссию сделаю. Так, вот на таких кристаллах в основном какой-то ЧП совершилось, поэтому смотрите, будьте внимательны. Давай, костром гори. Давай. Что у вас такого есть? Взять. Охренеть, вас там трое. Беги, мать твою. Но на твою охренеть, блин. Давай, свет. Сейчас посмотрим, что вы тут таили.
Давай. Открывай, блин. Пипец. Уходим. Мне хватило увиденного. Давай, давай. Монтера уже недалеко. Камни. И чё они мне так знакомы? Блин, я даже еще не дошел, это где-то построение, поселение где-то между нахрен. Минуточку, я тебя тут еще ни разу не видел. Только не говори, что ты удрал от орков. Я здесь проездом. У тебя такой вид, как будто ты что-то натворил. Ты явишься в течение 3 дней к Марику, предводителю наемников орков в Монтере. Или тебе не сдобровать, ясно? Как мне дойти до Монтеры? Если пойдешь по дороге на север, доберешься быстрее. Но на тебя наверняка нападут бандиты. Тебе лучше пойти по дороге на запад. Она, конечно, длиннее, зато безопаснее. Понятно. Покажи мне свой товар. Так, ладно, пока живи. Заяц. А, вот они, наемнички, мать его. Да тихо, тихо! Ты знаешь, еще твою мать! Ладно. Сейчас мы еще раз попробуем. Мы их приведем к этому. Вот к этому домику приведем. Пусть он тоже повоюет.
Так-то я в основном тут скелетов уже вызывал. Ну, раз это маленько другая модификация. Поэтому приведем к домику, пусть он их убивает. Давай. Так, давайте теперь будем собирать, что есть. Говорю, в основном демонов направляю к ним. А тут вон, блин. Я почему-то думаю, что надо так подманивать их. По одному-два человека к нему. Я тебя достану. Так, пишет бандитами, а сколько их там еще осталось, так кто мне может сказать, у них же нет говоря вот здесь, это я помню. Я прикончу тебя! Тихо. Вот так. Нет, мне на костре-то не надо сидеть. Так. Может, хватит? Вот так. Так, собираем всего с них. Так-то они сильные. Так что не думайте, что так легко с ними расправиться. Сильные. Теперь ты.
Давай. А там, по-моему, по другой дороге идти, там, по-моему, тоже задание какое-то, волки, что ли. Я тебе покажу. Стоять! Ты меня сейчас кровью истечешь. Так. Это что за глюк? Глюкнул, короче, он. Да нет же. Ой-ой-ой-ой-ой. Теперь ты. Так, а что у меня есть из магии? Я тебя размажу. Где-то в текстурах застрял, ладно. Потом мы его вытащим. Так. Нет. Да нет же. Ладно, да они один же. В текстурах застрял. Его надо будет потом как-нибудь. Нет.
Слабый бандит. Ой. Да если бы, блин, тут что-то еще было. Давай. 3 дня у меня есть. Вот мы один день, ладно, хрен с ним, потратили здесь. За 2 дня мы успеем прибыть. Покажи. Спать до утра. Давай. Мы побродим по Монтере, найдем оружие, вернемся в Капдаун, освободим Капдаун. Теперь твой черед. Нет. Тебя размажу. Где ты? Где-то под землей в текстурах, ладно. Ну-ка, давай попробуем тебя вытащить на свет, нахрен. Муму, спишь? Солнышко мое, мумушное. Итак. Завалить, мы его завалили. Пойдемте возьмем сокровище. Вот такой фонарик у нас. Невозможно, невозможно. Хороший замок. Ладно. Как только выучу взлом невозможных замков, я к тебе сразу обращусь. Так, а где оно у меня? Так, виртуозная кража. А где у меня взлом замков-то? Вот он. Пока еще не выучен, ладно. Давайте. Волки. Дайте бог, чтобы это были волки. По миссии тут какие-то были. Выполнил миссию. Почему я знаю эту миссию? Да блин, потому что я не знаю, въелась в память мне она. Эти волки.
Они мне въелись в память еще с того раза, когда первый раз играл в Готику 3, они мне въелись в память. Просто мы по дороге выполнили еще одну миссию. Давай, давай, давай. Так. А вот шкуры полярного волка мне все равно надо где-то достать уже. Когда в пустыню пойду, они мне там пригодятся. На задание. Вот. Городок, куда я спешил. Так, кстати, у него где-то камень-то где-то вот здесь находится. В раскопках. Так. Нет. Камень где находится? Телепортационный камень где? Ой, боже мой. Я с... Всю задницу смазолил, мы поняли. Придет. Как насчет... О, если ты вытащишь меня отсюда, я отдам тебе все, что у меня есть. Ну ладно, а что? Я нашел здесь этот артефакт. Этот необычный потир. Я отдам его тебе. Хм, говоришь, нашел кубок? Огненный кубок? Откуда я знаю? Я в этих штуках не разбираюсь, приятель. Так. Когда же еще чего доброго чокну здесь? Что? Ах, да ведь у меня ничего нет. Что тебе дать? Так, ладно. Может, тебе и все равно? Я об этом подумаю. Как будто это так просто. Может, тебе и все равно? Ладно. А, новый человек. Ты как раз вовремя. Вовремя к чему? Что ты тут делаешь? Я слежу за рабами. Но скажу тебе, что в таких поганых условиях это не доставляет никакого удовольствия. Постоянно что-нибудь происходит. Проблемы со снабжением, рабы убегают и все такое. Черт побери! Я просто хочу отдохнуть. Тебе нужна помощь? Для меня все эти тощие фигуры абсолютно одинаковы. Я их уже не различаю. Ты должен хорошенько посмотреть на парней и сказать мне, кого нужно заменить. Заменить? Что ты имеешь в виду? Мы же не можем заставить бедных псов копаться в храме постоянно. Им тоже нужен отдых. Поэтому каждую неделю мы с фермами меняемся рабами. Там работа немного легче, и парни снова набираются сил. Давай я найду тебе раба. Хорошо, только не затягивай с этим. Так.
на ферму пойдешь? Ты можешь... Спасибо, друг. Минуточку, ты кое-что... Ах, да. Вот тебе кубок. Удачи. Расскажи мне что-нибудь о твоем надзирателе Брэдли. Брэдли крутит в этом лагере свои грязные делишки. Всякий раб хочет вырваться отсюда и попасть на фермы. Никто не хочет работать здесь. У Брэдли есть такой список. Тот, чье имя стоит в списке Брэдли, в самом верху, отправляется на некоторое время на одну из ферм. Этот ублюдок требует, чтобы мы ему платили, чтобы попасть вверх списка. Понимаю. Сегодня твой день. Можешь идти на скотный двор. Спасибо, старина. Я бы здесь долго уже не выдержал. Так. Еще один кубок мы нашли. Я позаботился о рабах. Вижу. Я бы сделал это по-другому, хотя... Нам срочно нужны новые работники в лагерь. Иди на скотный двор в пригороде. И скажи Деннису, чтобы он послал мне новых людей. Так, Деннис, если не ошибаюсь, это тот, откуда я пришел. Ну-ка, давай. Ой-ой-ой-ой, куда-то я побежал. Твою мать, придется по другой дороге идти, что ли? Давай. Здесь у нас кто? Или что? А, это здесь я был, да. Это хорошо, ладно. Блин, там еще поверху можно что-то пройти, вот смотрите. Сейчас пройдем и посмотрим, что там можно взять. Камень. Где там камень там? Ну ладно, мы потом пошаримся, я уже без вас как-нибудь пошарюсь. В этом городе посмотрю, где чё как. Постараюсь уж миссии не выполнять. Правда, там как не выполнять? На арене могу посражаться. Так, я не туда, видимо, пришел. Так. Давай. Ага. Не попасть. Ладно. Пригороде где-то еще есть, да, значит, какая-то ферма небольшая. Ну, кстати, куда я их отправляю, это все равно ферма должна быть. Только с какой стороны она находится, эта ферма? Давай, давай. Потом мне стадо бизонов будет, так вообще здорово будет. Мясо запасусь.
За короля! Ты очень смелый. Что ты имеешь в виду? С такими лозунгами ты далеко не уйдешь в районе, оккупированном орками. Нас, повстанцев, и так узнают за версту. Тебе следовало бы выказывать нам чуть больше уважения, иначе с тобой будет то же, что стало с купцами из пустыни. О каких купцах из пустыни ты говоришь? Если пойдешь по дороге на запад, то увидишь их барахло, которое там все еще валяется. Мы обобрали их и обратили в бегство. И где сейчас эти купцы из пустыни? Удрали в Монтеро. Будет лучше для них, если они там и останутся. Что ты тут делаешь? Я жду весточки от нашего человека в Монтере. Вашего человека? Мы подослали одного человека к наемникам. Он должен выяснить, когда настанет подходящий момент, чтобы начать революцию. Расскажи мне подробнее о вашем агенте у наемников. Если ты меня не убил, это еще не значит, что я тебе доверяю. Это было бы слишком просто. Вы ограбили купцов из пустыни? Да еще как ограбили. Но прежде чем тебе в голову придут глупые мысли, скажу, что мы уже все переправили в Акару. Расскажи мне побольше об Акаре. Ты очень скоро узнаешь об этом, поверь. Я хочу вместе с вами. Тогда докажи это. Уже несколько дней возле точки, где мы встречаемся, слоняется один придурковатый наемник. Этот парень мешает нам контактировать друг с другом. Сделай так, чтобы он исчез. Где ваше место встречи? На холме к югу от Монтеры. Там еще развалины башни. Так, ладно. Так. Теперь надо найти обломки, где у них там это все. Их еще много? Их еще много. О! Божество несчастное. Так. Давай. Так, взять все. О, взять все, ладно. Давай. Где вы их разбомбили? Трелис. Нет, к Трелису мы потом придем. Так, 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 что у нас здесь? Занимайтесь собирательством, это я вам серьезно говорю, это вам когда-нибудь пригодится. Это ладно, у меня немного он подломлен, но вы-то, кто первый раз играет. Просто я-то говорю, я-то проходил, я всегда прохожу сначала, без всяких читов, взломов и тому подобное. Потому что я первые разы играю вообще в свое удовольствие. Так что, а потом уже, как сказать, прикалываюсь и тому подобное. Так, что у нас здесь? А, вон она, ферма, может быть, да? О, слышу хрюканье.
что очень-очень не нравится. Теперь лучше уходи. Не мешай мне. Мы разговариваем. Приходи. Мне нечего делать. Не свой свой нос, не могу. Работать здесь, на ферме, совсем неплохо. Особенно, когда вспоминаешь этих бедняк на раскоп. Если он будет так продолжать, из этого никогда ничего... Ты ведь не затем пришел, чтобы опять отправить меня в город. Забудь об этом. Я останусь здесь. Это твоя ферма? Я здесь хозяин, если ты это имеешь в виду. Я слежу за тем, чтобы на скотном дворе не было никаких происшествий. Правильно. Брэдли нужны новые рабы. Все понятно. Бери все, что найдешь. Передай Брэдли, чтобы он не мучил рабов так сильно. Его рабы даже для работы на нашем дворе уже не годятся. Я ищу работу. Отлично. Тогда у меня для тебя кое-что есть. Мои люди для этого, видимо, слишком глупые. Последнее время здесь бродит целая стая блуждающих волков. Они прокрадываются ночью во двор и пожирают животных прямо у нас под носом. А я, по-моему, уничтожу уже. Я хорошо тебе заплачу, если ты сделаешь так, чтобы они исчезли. Я уничтожил блуждающих волков. Хочешь сказать, я снова могу расслабиться? Так оно и есть. Ты меня успокоил. Вот твое вознаграждение. Все-таки мне это очень-очень не нравится. Да, у нас тут большая проблема. Лучше бы ты уладил это сам. Я всегда подозревала. Ты нужен на раскопках в городе. Нет, нет, нет. Да ты хоть знаешь, что это за... Обжегшись молоком, будешь... Достаточно. Пошли к... Да, да. Да, у нас тут большая проблема. С этого момента ты опять будешь работать в городе. Пожалуйста, не надо. Я бы... Да что такого может случиться? Ты сейчас же пойдешь на раскопки, иначе я погоню тебя туда пинками. Хорошо, хорошо. Уже иду. Вещи никогда не изменятся. Так. Если он будет так продолжать... Ты просто подожди. Ничего не выйдет. Не думаю, что некоторые вещи никогда не изменятся. И все-таки мне это совершенно прям нравится. Конечно. Почему нет? Ну, пойдемте посмотрим, что мы там. Да, у нас тут большая проблема. Нам только этого еще не хватало. Да, они не здесь, а нахрен. Заходят-то здесь. Только обитают-то не здесь. Деннис считает, что не следует заставлять рабов так много работать. Да хватит. Чертов умник. Пусть тогда попробует сам поработать. Все равно. Спасибо тебе. Вот твое вознаграждение. Раб Леон снова работает в храме. Хорошо. Раб Кельвин снова работает в храме. Конечно. Хорошая работа. Вот тебе пара монет. У меня нет таких проблем. Так. Давайте сейчас поди на ринг сходим. Ты что, заблудился? Наверное, стражу у ворот крепости выставили неспроста. Да уж, конечно. Даже не думай войти в крепость просто так. Орки нападают во внутреннем дворе на любого, кого они не знают. То есть? То есть ты должен иметь заслуги перед городом, чтобы они считали тебя благонадежным. Только тогда ты сможешь свободно передвигаться среди них и разговаривать с их главарем. Все очень просто. Это мне знакомо. Кто ты? Я Марик,
Я командир и инструктор наемников в Монтере. Если начнешь создавать здесь проблемы, то все претензии будут ко мне. И тогда пеняй на себя, понял? У тебя есть работа для меня? Для наемника здесь, в Монтере, всегда есть дело. Но для тебя у меня найдется совершенно особое задание. Твое лицо в городе незнакомо. И в этом твое преимущество. То есть как? Я могу использовать тебя против моих собственных людей. И ко мне не возникнет никаких претензий. Понимаю. Я должен работать на тебя в качестве шпиона. Ха-ха, да брось. Или ты слишком хорош для такой работы, а? По-моему, у тебя нет другого выбора. Хорошо, я буду на тебя работать. Правильное решение. Тогда давай не будем терять времени. Хорошо, а в чем конкретно заключается работа шпиона? В последнее время в Монтерии на окрестных фермах все чаще происходят странные вещи. Пропадают товары, исчезают рабы, совершается нападение на фермеров и разные другие безобразия. Все это сильно попахивает повстанцами и изменой. Ты должен выяснить, на кого из моих людей я могу положиться, а на кого нет. В награду ты получишь золото и уважение, и сможешь учиться у меня боевым искусством. Я пока подожду в своей хижине у западного входа в город. Конечно, почему нет? Ты научишь меня драться. Научи меня, как стать мастером по стрельбе из арбалета. Прекрати думать! Сосредоточься только на одном — убить своего противника. Хороший стрелок может убить врага с одного выстрела. Используй этот выстрел. Тебе нужен только он. Так. Как мне проверить лояльность твоих людей? Не знаю. Беседуй с ними, работай за них, подружись с ними. Уж как ты это устроишь? Мне не важно, главное — выполни. Я погляжу, что можно сделать. Ты что-нибудь знаешь о Ксардосе? Да, он остановил войну и добился перемирия. Он умный человек. Я рад, что он не входит в число моих врагов. Один весьма невежливый наемник по имени Доминик считает, что я должен тебе представиться. Вот как? Он так сказал? Ну вот ты и здесь. Похоже, ты любишь Ксардоса. Любишь? Слишком громко сказано. Для этого я слишком мало знаю о темном маге. Но мне нравится мысль о том, чтобы прекратить, наконец, вечную распри между орками и людьми. Видимо, Ксардос является ключом к этому. Он замышляет с орками что-то крупное. Это меня не успокаивает. Что бы о нем ни говорили, он, как и мы, всего лишь человек. Где мне найти Ксардоса? Я не знаю, где мог обосноваться маг. Говорят, что его настоящее место пребывания знают только шаманы орков. Насколько мне известно, в Гельдерне и Сильдине находятся некоторые из наиболее важных шаманов. Но больше я, конечно, ничего не знаю. Я только человек. Я об этом подумаю. Хорошо, так, ладно. Давайте-ка вот так посмотрим тогда. Начнем оттуда, откуда мы начали. Если он будет так продолжать, из этого никогда ничего не выйдет. Дойдем до того. В деревеньке, кто меня отослал. Вау. Хватит шуметь. Или ты хочешь, чтобы нас обнаружили орки? Какое у тебя задание? Я ищу способ убрать караульных в лагере, чтобы помочь рабам. Но, к сожалению, как только орки замечают что-то подозрительное, они сразу бьют тревогу. В открытом бою против них у нас нет никаких шансов. Их просто слишком много. Вы находитесь в опасной близости к городу. Мы бы взяли это место штурмом, если бы смогли. Но, к сожалению... орков намного больше. Боюсь, мы даже не успеем добраться до парка храма. Мы уже заслали к оркам одного из наших людей. Но он, кажется, лодорничает.
Слишком много орков в лагере рабов. Это можно исправить. Как, господин Всезнайка? Если караульные набегут все разом, нам конец. Их нужно убирать по одному. Кто ваш шпион у наемников? Если я тебе это скажу, тогда мне можно будет сразу пойти и сдаться оркам. Сначала ты должен доказать, что тебе можно доверять. Какие-то проблемы с вашим шпионом? За последнее время мы очень сильно навредили городу. Орки ничего не заметили. А вот наемники стали осторожнее. Я думаю, наш разведчик не высовывается, чтобы его не разоблачили. Я подумаю, как выманить караульных из лагеря. Ха! Они хоть и не владеют своими мозгами так же хорошо, как топорами, но и глупыми их тоже не назовет. Подожди. Ну, может, из этого что-то и выйдет. Так, и можно у нас выманить их. Так, ладно. Пойдем узнаем, что он да как он относится нахрен. Почему-то я уверен, что, блин, он должен быть замешан в этом. Не может миссия быть так, что рядом вот здесь вот слева спросил, справа спросил и ответил все. Ни хрена. Мне кажется, эта скотина должен как-то там фигурировать. Опа. Акробатика, ёптеть. Я был у предводителя наемников в Монтере. Ну вот, давно пора было. Посмотрите-ка, ни хрена. Ладно. Пойдем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а на двух мечах это только у ассасинов можно выучиться. Но тем не менее, смотрите, бесплатно получили еще очки опытов. Твою мать, когда мы магию-то будем изучать? Давайте, я хочу у Беляра магию выучить. Ну, блин, тогда... В чем? Ты умеешь охотиться? Я же орк. Конечно, я умею охотиться. Ну, я-то этого не знаю. Ха, я тебе докажу, молокосос. Хорошо, на южной дороге я видел несколько крупных рептилий. Я их поймаю. А ты пригляди тут, пока как следует, морра. Так. Давайте посмотрим, сейчас он отойдет подальше. Или что, или как с ним пойти. Для меня не соперник. Опа. Я сам не вмешиваюсь. Вдвоем-то его поди захерачите.
пожалуй, орки не такие сообразительные, как я думал. Так, еще один остался. Давай. Не видишь? Я занят. Помоги мне справиться с большущей рептилией. Фи, ты слабак. Где эта тварь? Там, в нескольких метрах по дороге на юг. Прочь с дороги. Пропусти мастера. Давай. Господи, раздутое самомнение-то. Ебать, ебать. А я их должен вообще вот так вот сопровождать? А, он сам даже повернул, знает, куда идти, смотрите-ка. Я убью тебя. Ну давайте. Я уже подготовил его для вас. Ты ему показал. Если наемники орков поймут, что мы приговорили их караульных, нам не сдобровать. Так что будь осторожен. Так. Будь осторожен. У тебя наверняка есть еще дела. Так, помочь я вам помог здесь. Тебя ищет твой босс. Ну, что ему еще нужно? Понятия не имею, сам его спроси. А где он? Он ждет тебя неподалеку отсюда, на южной дороге. Хорошо, иду. Не знаю, прав ли ты. Конечно, почему нет? Что ты думаешь о Марике? Ну, даже не знаю. У меня с ним и дел-то особых не было. Я думаю, он выполняет свою работу достаточно хорошо. О, высказался. Ну, молодец, правильно высказался. Давайте. Поворот. Все по одной дорожке идете. Ты у меня сейчас кровью истечешь. Блин. Мы должны продолжать до тех пор, друг. Оставь меня в покое. Ну, нифига себе. Так, миссия-то еще не выполнена, что ли? Не думаю, что я хочу слышать об этом. Стоять! Они убивают нас. Что-нибудь знаешь об этом? Нет. Мы за тобой следим. Чего? И все-таки мне очень. Я видел повстанцев там, за городом. Что? В нескольких метрах по дороге на юг. Тревога!
Ну, с этим мы сейчас разберемся. Не знаю, прав ли ты. Давай, я не знаю, как с тобой там справиться сейчас. Может, тебе и все равно. Хуже уже не будет. Вау, вот кто-то Марик. Лучше бы ты не насчет. Эта ленивая свинья все еще должна мне денег за свою ферму. Скажи ему, чтобы отдал тебе золото, а не то я ему голову оторву. Ясно? Послушал бы ты моего совета. Брэдли обманывает рабов. Я знаю. Рабы платят золотом, чтобы попасть в обменные списки. А Брэдли это золото отдает мне. Ты уверен, что получаешь все без остатка? Да нет, не уверен. Мне нужно увидеть этот список. Ну вот. Список-то мы потом получим. Сейчас мы сходим на ферму. Узнаем, что здесь думают. Ну, я думаю, можно будет заканчивать. Не потом. Добавляй еще больше проблем. Тебе нечем заняться? Занимайся лучше своими делами. Ну и все, я так думаю, пусть все как есть сейчас. Так что я потом сейчас поброжу здесь, похожу, поспрашиваю. Пошарюсь по домам, буду искать связки оружия. Только этого еще не хватало. Сейчас посмотрим, убили его там, нет? Бьют. Ты ему показал. Есть еще порох в пороховницах. В лагере рабов больше нет караульных. Отлично. Значит, скоро наступит подходящий момент для захвата города. Так держать, приятель. Тебе ведь нужны золотые монеты? Ну, можно, да. Кто у вас шпион в Монтере? Он даст тебе понять, кто он, если ты скажешь ему наш пароль. Да здравствует Окара. Вот наш пароль. В самом деле? Не говори ничего. Это была не моя идея. Понимаю. Окара — это наша повстанческая штаб-квартира. Она находится на севере от Монтеры. Ты обязательно должен там побывать. Нам очень нужны такие парни, как ты. А, главное, чтобы меня сейчас орки не захреначили. Давай. Кстати, это не важно, за кого вы здесь будете играть, честно скажу. Значения иметь не будет. Беллер! Дар... Да. Я еще... Я еще... Я... Так, ладно. А где тут эти были-то повстанцы-то? Охренеть, блядь. Только случайно найти, да? Ладно, сейчас они мне... А нужны они мне? О, будь здоров. Ой, спасибо. Ладно, давайте посмотрим. Вот так вот побегу по дороге. Если найду, то найду. Давай. Вот они. Отдохну немного. Ну все, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. А я пойду пока... В городе полазил, посмотрю, что там есть. Пока.